Всем привет, ребят! Сегодня у нас будет слив этого талантика, как обычно, и прокачка нового талантика грубой силы. Почему решил на Дрейка? Дрейк один из дамагеров массовых, которого многие используют сейчас на добивании. Также он неплохо смотрится с атакующими талантами во всех локациях. На битве гильдии особенно очень хорошо заходится. Я его использую иногда в лабиринте. Также иногда использую его в забытой битве. То есть варианты есть. Один из старых героев. Это танк. При открытии 12 скилла ему у него получился бешеный просто урон. 12 целей на 1,7 секунды он их оглушает, на 2,5 секунды он снижает получаемый урон на 90%. Он имеет также быстрое восстановление. В принципе, с такого все. Вот такая у нас сборочка сегодня будет. 12-12. Тут у нас стоит Ярость Небес для стана. Тоже интересный талантик для него. Рунами будет стоять Бог Войны. Топорик для крита, победный выпад. В снаряге, в созвездиях он у меня собран так, что в принципе уклонение, крит, удар, точность. То есть я особо над ним не заморачивался. Хватает и такой сборки. Так, ну что, давайте так его посмотрим предварительно, что у него сейчас получается. Какой урон. Так, не пускает нас в рейды, походу, у нас обратная проблема. С игрой баги начались. Так, смотрим. Ну, как видите, вот Некрос ударил, у него понижение 90%. Вот он еще раз ударил. То есть урон довольно-таки неплохой. Бьет он, конечно, все цели, то есть и юнитов, и здания. Поэтому, если берете на битву гильдии, надо обязательно юнитов сливать в первую очередь. Так, давайте тут попробуем. Что там у нас по урону? 150 тысяч, 138. Башни по чуть-чуть его заряжают. Сейчас такое его сольет. Вот так вот. Ну, то есть средний урон у него где-то 150 тысяч. Сейчас еще разок зайдем. Может, найдем кого-то без юнитов. Так, вот Фрейя включилась. Ну, то есть такое, ни туда, ни сюда, я бы сказал. Так, окей, что там у нас? Так вот, смена, ракушка. Поехали открывать. Один из топовых. Наверное, не один из топовых, а топовый талант на сегодня на домах. Осталась грубая сила. Заменить. Окей. Так. Что имеем? 24 крит удары. Побежали. Будем смотреть на криты. Вот уже там крит 300 с лишним пролетел. Если там были по 240, то уже 300. Талантик, конечно, этот очень охрененный. Для малыша Ника, кто смотрел обзор, там просто жесть получилась. По Фрейе. Так, надо найти какую-то базу без имба героев.
Стрелок еще более-менее нормально. Так, 200 тысяч. Не дают ему зарядиться. У малыша Ника слил. При том, что 2 или 3 залпа сделал всего. Так, ну-ка тут попробуем запустить. Смотрим. 237 тысяч обычные удары видел. Это жесть. Вот опять Фрея. Ну, не дают его нормально потестить. Как видите. Все сейчас на битве гильдии. Так, ну сейчас. Опять Фрея. И опять ничего не понятно. Опять малыша не кослил. Так, ладно. Давайте качать ему максималку. Так, улучшить, улучшить. Добираем 10 рун. Так, есть, да? Улучшить. Все, теперь у нас он собран уже точно на максимальную атаку, которая может быть. Смотрим сюда. Ну и ничего обратно же не видим, потому что, как я и говорил, бьет юнитов. Эти же базы, блин, запарили. Так, окей, есть стрелок. Вот на отражалке, на хроне, как видите, сразу же просела у нас жизнь. Моментально причем. Нормально так на хроне мы ударились. Ну и все, и слились. Ну, как видели, слили обратно же. За один заход Ронина. Это уже о чем-то говорит. Так, а ну-ка тут. Вот, вот тут вот нормально будет. 111, 115. Дальше. 500, ребята, 500 по Бигфуту. Так, смотрим. Против хранителя. Ух ты-то, у него, блин, жесткий дамаг. Че? Сколько там было? Миллион, что ли? У Фрея, ну 55%. Он после фал героев. Так, смотрим. Сейчас мы тут запустим его. Ну, я скажу вам, это очень круто. Опять Фрей, опять, смотрите, что делает. Ну, просто убивает героев жестко, причем. Единственное, нас, конечно, минусуют сразу. Ну, тут без этого никак. Но для него, как видите, даже это не мешает кого-то слить за пару раз. Так, 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 так. Да, у нас тут стрелок, бигфут, ну тут юниты опять же. Так, мы тут попробуем сейчас сверху запустить. Вот тут вроде более-менее 300 с чем-то по кому-то прошло. Так, ну. Давай, включайся. 43%, 3 залпа, 54, это просто жесть. Насколько он круто сейчас будет здание добивать. Смотрите, что он делает. 67%. Смотрите на героев. Это просто жесть. Вот это да. 82%. Как-то очень жестко он сносит все. Особенно если крит еще идет. Я думаю, для битвы гильдии такая сборочка будет самое то.
ставить ему там живу, либо тот же самый психощит, чтобы его навыком не сливали, и думаю, будет довольно неплохо. Так, ну-ка, что у нас тут? Оп. Есть там стрелок, по-моему. Да, стрелок есть, смотрим. Да, если брать расчет того, что... Смотрите, как долбит. 50% набрал. Что он такой герой своеобразный, и ему все-таки, я все-таки ему склоняюсь к тому, что лучше всего там будет бас, допустим, тот же самый, либо огненная защита. Но если у вас вариант на добивание, то я думаю, именно этот талантик будет, как и малышу Нику, одним из топовых. Вот смотрите, что сейчас будет. Вот 400 тысяч, еще раз 160 тысяч прилетело. Это жесть, ребят. Что он делает? Да, урон для него. Представьте, 12 бомбочек летит сразу же. Это там не 2, не 3, это 12. Считаю, это очень неплохой для него показатель и дамаг. Так, смотрим. Вот об хранителя, смотрите, почти наполовину слился уже. Да, круто-круто он бьет, конечно. 400 тысяч. 50%. Смотрите, что он с базы сделал. Охренеть. Да он просто их нафиг посливал всех. Ну, тут хранитель затоптал. Но опять же, 89% одним героем. Это жесть. Что же будет дальше? Какие дальше нам таланты подготовят следующие? Вот обратно же. Рея, да, появилась. Ну, он героев почти посливал старыми эволюциями. Так, ладненько, давайте еще кого-то одного найдем. Без юнита пойдем в другие локации потестируем. Так, что тут у нас? Тут у нас есть Афина, окей. Ару просто снес череп. Ну, сейчас череп может ушатать, если дальше будет нас бить. Да, череп ушатал. Ару и Дрейка просто... Просто другого Дрейка унизил. Окей, давайте на подземках попробуем. На жестоком. Вот это мне интересно очень посмотреть, что у нас сейчас тут будет. 12 целей. Сейчас он юнита убьет. Интересно будет посмотреть на дракона. Конечно, здесь у нас, видите, как видите, сборка у меня не полностью на крит, поэтому критов не так уж и много у него, потому что у него не предусмотрено по базовым статам. Там какие-то криты, крит-уроны. Основное его это понижение плюс стан от его этих. Вот 895, 12 целей, если взять расчет, это очень круто. 400, 500. Ну, даже в таком раскладе, если взять, ну, посмотрите, 44%. Он пока сейчас добежит, он полностью все посливает. Точно так же, как и малышник. Урон у него офигенный. По зданиям очень хорошо прилетает. Смотрите, что делается. 76%. Таким темпом он сейчас просто соло затащит всю подземку. Вот так вот, ребят. Да. Чем дальше, тем больше я поражаюсь. Так, ну-ка давайте попробуем. Королевской битве. Так, королевской битве. Давайте тут уберу.
Да, грубый и брутальный Дрейк. Окей, атака. Окей. О, 305 тысяч урон. Плюс стан. Вообще отлично. Я вам скажу, по дамагу он все-таки стал на 12 скилле очень бешеным, лютым. Смотрите, какой урон пролетает. И стан причем увеличился. Очень хорошие у него стали показатели после прокачки на 12. Если ему все еще криты наролить, чтобы он максимум критовал, то будет очень-очень даже ничего. Ну и уклонение, в принципе, ему тоже нужно. У него понижение есть плюс уклонение. Это точно так же, как и стрелок. Так, ну, как видите, 270 тысяч это, скажем так, не слабый показатель. Некоторые герои столько не наносят на 12 скилле. Так, ладненько, давайте теперь на арену сбегаем. Так, уберем отсюда кого. Тут у нас уже героев с грубой силой полно. Давайте уберем его. Повелителя дырочек и поставим сюда Дрейка. Так, вот так вот. Поехали. Смотрите, какой там урон по 140 тысяч. А, это еще малышник у нас. Вот, два героя с грубой силой. Там Фрейя, конечно, есть. Но это жесть, что делается. Они там практически уже кого-то даже слили. Тут против Фрейя мы ничего толком не затестим. Давайте вот такую вот сборочку. 145 тысяч. Нехило так. Так, 83. Ну, такой себе. Ну, основная задача его это стан. Давайте сейчас сюда Анубиса поставим, а сюда малышаника с грубой силой. Смотрим, что они смогут вдвоем сделать. Так, малыша Ника уже слили, как видите. А, у нас там тыковка разгон дала бешеный. Понятно все. Ну, не знаю, для арены он так себе. Так, экспедиция. Выбрать героя. Так, уберем Купидона, поставим его сейчас. Сейчас тоже проверим. А, он у нас уже тут стоит, только немножко другой. Так, вот он. Дрейк с грубой силой. В экспедиции урон получается пониженный, то есть более, ну, 280 тысяч. Ну, стрелок, как видите, не дает зарядиться. Так, а если мы так сделаем? Неплохо, неплохо так. Под тыковкой разбирает так, как надо. Так, вот. Тут сейчас будет получше для теста. 100 тысяч. Ну, учитывая то, что 12 целей и каждый прилетает там в районе 200к. Обычный, как видите, в районе соточки. То я считаю, это довольно-таки неплохой показатель. Вот против хранителя он сейчас. Ну что, кто кого? Он затащил, красавчик. Для битвы гильдий, я считаю, такая сборочка будет очень-очень даже ничего. На добивку здания. Смотрите, какой урон получается. Вообще супер. То есть, если раньше там они еще бывало не добивали, то сейчас так, с такими прокачками он просто раздает полностью всю базу. Все слил, осталась одна таблетка всего лишь.
Поэтому, не знаю, тоже один из героев, которому действительно подходит этот талантик. Сейчас его Фрей тут сольет. Но, как видите, 80. Хватает, хватает у него урона. Не знаю, пишите комменты, как вам такая сборка. В принципе, неплохо. Я не жалею, что я поставил и потратил сюда этот талантик. Думаю, они опять же будут у нас в дальнейшем продаваться. Но это один из там 5-6 героев, которым действительно этот талантик подойдет. Хотя грубая сила многим героям подойдет. Но есть такие герои, которым она просто необходима. Не знаю, мне нравится. Вы уже сами определяйтесь. Кому вы будете у себя ставить, вариантов очень много. Постараюсь сделать побольше обзоров с этим талантиком, чтобы вы зря его не просрали. Все, подписывайтесь, ставьте лайки, делайте репостики. Всем пока.